Доброе утро, друзья! 21 июля 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют. Ежегодно в третье воскресенье июля отмечают День металлурга. Сегодня день работников здравоохранения и медицинской промышленности в Туркменистане. Зажинки – один из древнейших земледельческих праздников Беларуси. Национальный день Бельгии – главный праздник страны. В третье воскресенье июля в Панаме отмечается добрый и любимый праздник – День детей. Прокопий Жнец в народном календаре. С Прокопия начинает поспевать черника. Знаменательное событие. 1969 год. Американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин в рамках полета «Аполло-11» выходят на поверхность Луны. В 1983-м на антарктической станции «Восток» была зафиксирована самая низкая температура на планете за всю историю наблюдения – –89,2 градуса по Цельсию. Родились в этот день. 356 год до нашей эры Александр Македонский, царь Македонии, полководец, создатель мировой державы. В 1816 родился Пол Джулиус Рейтер, журналист, бизнесмен, основатель британского информационного агентства Рейтер. В 1899 году Эрнест Хемингуэй, американский писатель, журналист, лауреат Нобелевской премии. 1925 родился Глеб Стриженов, советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. 1929 год Петр Щербаков, актер театра и кино, народный артист РСФСР. В 1948 родился Михаил Задорнов, советский и российский писатель-сатирик, юморист, артист эстрады. В 1951 году Робин Уильямс, американский актер, сценарист, продюсер, стендап-комик, лауреат Оскара и других наград. 1966 родилась Татьяна Лазарева, российская актриса, телеведущая, лауреат премии ТЭФИ. 1969 год Авраам Руссо, настоящее имя Абрахам Ибджан, российский эстрадный певец. В 1971 родилась Нонна Гришаева, российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка России. В 1978 году Джордж Хартнетт, американский киноактер. Этот день по лунному календарю. До 22 часов 57 минут по московскому времени, если позволяют обстоятельства, лучше провести день дома и никуда не выходить. В этот день хорошо очищать все материальное и духовное – душу, совесть, мысли, тело, дом. Желательно, чтобы в этот день в доме весь день горела свеча. Посидите у костра, камина, при свечах. Полезно мысленно покаяться в неправедных мыслях и поступках, избавиться от чужого влияния, смирить гордыню. После 22 часов 57 минут энергетика дает вам силу для духовного роста. Это день победы над собой. Энергии понадобится немало, поэтому не надо ее расходовать попусту. Сконцентрируйтесь на самой важной цели, и препятствие будет взято. Только не слишком возгордитесь от этого. Вот такой он 21 июля 2019 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Удачного дня!